Привет! Вы оказались в самом замечательном месте, где можно научиться следить за базаром. Это не шутка. Когда я говорю «вы», я имею в виду лично вас, как человека и профессионала. Компанию, в которой вы работаете или которой владеете. А базар – это все слова и комментарии, которые звучат в интернете о вас. Для вас следить за базаром – это быть в курсе того, что говорят о вас, и иметь возможность принимать правильные решения. Любой базар имеет свое начало. Допустим, кому-то понравилось или не понравилось ваше действие, продукт или услуга. Он выразил свое отношение к вам на странице своей социальной сети и опубликовал новость. Другие пользователи выразили отношение к ней. В интернете информация разносится мгновенно, новость узнают и пересылают. Цепочка пользователей растет за считанные минуты. С удивляющей скоростью ваш образ меняется до неузнаваемости. Тем более, если эта новость негативная. Людям наплевать, правда это или вымысел. Новость знают все, а значит, это правда. Никто не станет искать причины и следствия. Ваша репутация подорвана. Можно сливать воду. Не следует усугублять вашу ситуацию лишними словами. Случай тяжелый, но мы покажем, куда идти и как начинать работу по спасению репутации. Ого! Как приятно вас видеть! В наших кругах вы знаменитость, мы вам рады. Вам не нравится, что вы стали профессиональным злодеем? Хотите вернуть свое доброе имя? Мы покажем, как работать над вашей репутацией. И вы станете прежним. Или кем захотите. В любой ситуации можно найти выход. Вуаля! Например, перестать паниковать и начать работать над своей репутацией. Работать над каждой деталью. Внимательно. Каждый день. Чтобы ваши усилия в итоге превратились в репутацию, которая работает на вас.